Итак, всем снова привет. Записываю еще один скетчбук. Хочется вообще побыстрее со всем этим разделаться, потому что мне хочется показать новые свои законченные скетчбуки. Новые законченные, отлично звучит. В общем, там просто все очень круто, и мне поскорее хочется показать. И остался этот скетчбук, и еще один. И я спокойно смогу показывать постепенно, как только заканчиваете, сразу снимайте. Так что тут у меня все поотклеивалось просто. Отличные наклейки. Качество. Просто. Хотя тут и переклеивала уже, и клеем, и скотчем, и двухсторонним, блин. Ладно. Это покупной, сразу говорю, не самодельный. Когда ездили в Париж, конечно, зашли в большой супермаркет, и там был целый этаж, посвященный канцелярским делам. Ну и я взяла. Это, по-моему, канценовский или кэнценовский. Там пачка из двух. Еще один такой есть, но я что-то не особо хочу им пользоваться, потому что тут, в отличие от того скетчбука, который я снимала до этого, страниц много, но они все тонюсенькие и жутко просвечивают, поэтому тут на левой стороне я вообще ничего не рисовала, даже не пыталась, потому что нереально. Ну и тут, собственно, много цветочков будет, фанартов, скетчи по воплоти, потому что, ну, вот самое то время, когда все началось. Вот. Тут всякие цветочки, Саймон Кирен, ножи и вот эти вот пиу-пиу пистолеты. Разные женские фигуры. Я вообще по-быстрому пролистаю, потому что, я говорю, тут страниц много, если на каждой останавливаться, это что-то минут на 20 выйдет, так что нет, спасибо. Это то же самое только с мужиками. Саймон Принц и Киран Принцесса. Я, по-моему, даже сканила его разворот из одной страницы. Угу. Снова скетчи. Говорю, тут довольно много будет всякого такого. Летающие свитера в цветах, почему нет? Тут, кстати, я искала разные, не знаю, виды, не виды цветов, пыталась в штучки. У Саймона Киран, понятное дело, снова цветочки, лайм в пузыриках, я не знаю, что происходит вообще. И снова цветочки, много цветочков не бывает вообще, они все делают лучше. Это лайм и наэль, я их сканировала и выкладывала, когда у меня, собственно, появился сканер. Вот, это со сходки сидела, нифиг делать, рисовала. Тоже оттуда же Ашер с транзистора. Пиу-пиу-пиу. Тоже транзистора боссы и меч, который как бы... Как его звали-то? Я не помню, как звали этого чувака, но как будто... Умри! Бошку меч, отлично. Ассасины и чуть-чуть с натурой. Я вообще часто, по-моему, рисовала вот эти вот все штуки, потому что я слишком много сидела в Польбейкере. И мне нечем было заняться. И опять же, без заказов, без ничего, просто сижу часами. Угу. Это тоже, когда я сидела, мне нечем было заняться на компьютерной графике, которая, по идее, у нас должна была быть, но ее не было, и мы сидели и бездельничали, а я рисовала скетчи по Фрэнку. Фильм. Снова плоти. Это есть сирень, есть лаванда. Это лаванда. Я путаю постоянно. Хотя они вообще друг на друга не похожи, но путаница. Тут всякие скетчи для наклеек. Собственно, вот эти два я сделала, а эти как бы должны были быть новой серии. Я ее, в принципе, сделала недавно и выложила, но эти скетчи туда не вошли, потому что тут как бы был прикол, как с подорожником, только с пластырями. Типа, вылечи все, заклеив пластырями. Такое. Тут, кстати, может быть, не знаю, могут быть перепады в освещении, потому что уже довольно... Не то чтобы поздно, просто солнце садится, и там тучи иногда, и, в общем, перебой, извиняюсь, уже темнеет довольно-таки, да. Проверить, записывается ли, записывается ей. Это снова скетчи для наклеек, и тут я
все-все-все сделала. То же самое. Ассасины. Это тоже сканировал. Лайм. И дальше, да, вот это... Не могу назвать иллюстрацией, но просто скетчик по фанфику, который для меня Хана написала, и дальше будет тоже, собственно, много скетчей с ними. Это мои ребята. Снова они тут отыгрывают несколько страниц, если вообще не до конца, только они будут. Это вообще немного другая идея, и вот это вот все тоже, но пока ничего не написано, я не буду особо рассказывать. Тоже всякие. Тут просто шутка про то, что я люблю вот эти все завышенные талии штучки. И вот, что там свободные, как одежда для беременных. И прикалывалась. Собственно, тоже к этой самой идее. Всем свитера. Вообще не знаю, будет ли что-то тут видно или нет. Но, в общем, всем свитера. Снова какое-то шматье по поводу осеннего фика. Мне вообще было так неловко. Я хотела нарисовать какую-то иллюстрацию к нему. Он просто осенний был на тематику Хэллоуина. И вообще вот по поводу того времени. Я хотела нарисовать иллюстрацию и выложить фик вместе с ней. И показать всем. Но нет, я, хотя в принципе нарисовала их же. Но в костюмах, типа, эх, печалька. Ну, в принципе, ничего не потеряно. Я могу наскетчить и нарисовать, и хоть полноценку, хоть что, в любой момент. Так что, а вы когда-нибудь и узнаете, что там такое. И последние скетчи. Тут вообще вот вторая половина, жутко несерьезная. На первое все такое красивое, цветочки и прочее, а тут как-то фи. Вообще не в тему Клео с Мэттом, и без понятия, зачем их наскетчила. И опять-таки стикер к сету по плоти. И это все. Я не знаю, было довольно скучно, я даже не пошутила тут, потому что повода нет. Что говорить-то? Просто посмотрела и все. Вот. В ближайшее время запишу последний из оставшихся и, наконец-таки, приступлю к тем, которые вот самодельные, тоненькие, по 20 страниц. Они такие классные. Я вообще не думала, что у меня выйдет что-то серьезное. Я думала, что это будет очередной сборник бумаги в нескольких томах, так скажем. Но нет, все прикольно вышло. Вот. Я уже просто второй наполовину закончила. И там даже почти везде на двух страницах сразу нарисовано. Так что будет интересно. И я почти ничего не сканила оттуда. Только если это на челлендж. Так что вот. Всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам не было жутко скучно. Ибо я даже не шутила. А я и не умею. Ну да ладно. Фотик снова молодец, записал в одну часть. Фу-фу-фу. Вот, и спасибо, что смотрели, да. До следующего видео, пишите комментарии, ну ладно, все, пока.